Boys and Toys. Всем привет, у экранов сидит, это Boys and Toys, Артур и Давид. И сегодня мы подводим итоги конкурса, кто же выиграл пачку бенбузов. А для начала мы покажем, как мы приручили покемона. Привезли мы его на машине, ехал с нами всю дорогу. Все очень обрадовались, он всегда был с детьми. Катался на машинке, сидел даже с ними за столом. А утром Артур просыпался, а Беллспрут здесь с нами. Он не исчез, о, класс! Даже читали ему книжку, о, были и такие моменты. Делали ему поделки и даже играли с ним в растения против зомби. Вот такого покемона мы приручили. Ну что ж, он будет у нас жить. Ну а теперь подводим итоги конкурса. С помощью программы Lucky You ВКонтакте вставляем ссылку на пост. Посмотрим из тех, кто сделал перепост. Итак, победительница София Лещук. Ну что, София, вот твой приз. Поздравляем! Поздравляем, София. Посмотрим, есть ли действительно перепост нашего видео. Да, все сходится, все прекрасно. София, обязательно сфоткайся с этим призом и пришли нам эту фотку. Эх, жалко, не все победили. Спасибо за участие в конкурсе. Если хотите еще конкурсов, тогда ставьте лайки на это видео. Всем пока-пока! Пока-пока! Boys and Toys.